Утро третьего дня нашего путешествия, нашего автопутешествия в Европу. Значит, ну, все в порядке. Мы переночевали и сытые и довольные отправляемся в дальнейшую поездку. Настроение хорошее, состояние отличное, выспались. Все здорово. Так что продолжаем. Сегодня у нас три страны. Мы едем по Германии, приезжаем в Швейцарию и заканчивается наше сегодняшнее путешествие во Франции. Мы должны доехать до Шамони, поставить там свой кемпинг и с завтрашнего дня начать путешествие по окрестным горам. Такие примерно расклады. Такие примерно планы ближайшего времени. И мы намерены их придерживаться. Поехали.